находимся в городе Ивангороде, Кингисеппский район. И здесь производим археологическую разведку на памятнике, на месте разрушения церквей Никольской и Знаменской. Середина 18 века, 19 век. Здесь ожидалось нахождение фундаментов этих церквей, что сегодняшними работами мы и частично уже доказали. Были привязаны исторические планы, карты, чтобы вычислить углы нахождения фундаментов. И мы с вами можем их сейчас увидеть. Фундаменты находились сразу под слоем асфальта. В данном случае в одном шурфе под фундаментом расположены захоронения. Сейчас мы можем их зафиксировать, и в данном случае дальнейшие наши действия будут в постановке этих фундаментов на охрану, на учет, составление учетной карточки. И наша следующая задача – это мы переходим на следующий участок искать фундамент другой церкви. В ближайшие дни, я думаю, что тоже получим информацию на этот счет. Thank you.